18 к 2600 27.06. 2018 обновлено 18.27 27 июня 2018 года 4100 Москва 27 июнь РИА Новости. Дорожное движение на Садовом кольце в центре Москвы затруднено в районе торгового центра «Атриум», где возникло возгорание, сообщили РИА Новости в столичном центре организации дорожного движения, СОД. Пожар в «Атриуме» возник вечером в среду, охватил 10 квадратных метров и был быстро потушен. Из здания эвакуировано около 3000 человек. В ТЦ «Атриум» возгорание. На месте работают экстренные службы. Движение на внешней стороне Садового кольца в районе дома 33 по улице Земляной вал затруднено. Рекомендуем объезжать данный участок, сообщили в ЦОД.